малыш. Хай, Лёлик. Расскажи, Батве, как тебя зовут, малыш? Меня зовут Александр Сан. А что, собственно, такое граффити, малыш? Ну, граффити — это уличное искусство. Делается она путем нанесения краски на стены распылителями. Не краска, вот они. Такие баллончики. Вот. Зародилось это искусство в Америке, где-то в конце 70-х годов. В таких районах, как Бронкс, Бруклин, Квин. Ну, это в Нью-Йорке. А. Чтобы было всем понятно. Вот. Ну, в принципе, это этим занимались ребята, которые были в каких-то группировках. Они расписывали стены, писали свои имена, чтобы выразить себя. Они писали на стенах не просто надпись какую-то, имя, а завороченные, у них свой стиль был. Они расписывали целыми большими кварталами стены. Ребята метили своими рисунками районы, которые им принадлежат. Они разукрашивали всю подземку. Они закрашивали все, что можно было. Они закрашивали даже окна. Рисунки были полностью. Единственное, что они оставляли, это моменты, где написан номер. Номер вагона. Краску в основном они воровали. Ну там да, там понятно, там загнивающий запад, а у нас что? Ну как у нас? Ну, например, я начал рисовать где-то в 70-х... Ой, в 87-м году, когда волна брейк-дэнс захватила весь совок. Я начал увлекаться этим, начал расписывать заборы. Ну, конечно, было еще полно лажи. Да и сейчас, я скажу, не супер по сравнению с Америкой. Мы еще только начинаем, но мы их догоним и перегоним. Ну, а как ты дошел до того сам, чтобы рисовать вот это все? Как я дошел? Ну, я смотрел такие фильмы, как «Breakdance 1», «Breakdance 2», «Хип-хоп и его история». Такой интересный фильм. Есть фильм про графичиков, про танцоров «Beat Street». А что за язык у вас такой у графичиков? В принципе, это язык чисто для графичиков, потому что не каждый может расшифровать. Но для простых людей мы всегда помещаем на рисунках маленькую надпись. Вот ты говоришь насчет маленьких надписей, а три буквы — это тоже граффити, малыш? Да, в своем роде это граффити, потому что акварель, если ты напишешь то же самое слово, это же будет акварель. Вот так вот. Смотрите на эти рисунки. Каждый видит в нем что-то свое. Уже я здесь преподнес лэп. Это относится к людям, которые... как сказать? Тут, смотрите. Левые, просто левые. Keep out. Это отвали на жаргоне. А как ты относишься к таким людям, которые тебе помогают создавать шедевры? Ну, там что-нибудь подрисовывают. Ну, это гениальные люди. Они просто недаром потеряли много времени. Ходили в школу, учились писать. Вот они научились. Вот, смотри, как круто. Гениальные люди, просто гениальные. Ну, конечно, пускай рисует, но не на моих рисунках. Кстати, очень обидно, когда ты свои деньги тратишь, рисуешь, рисуешь, мерзнешь, вот как сейчас, у меня дико холодно. И приходишь, или едешь на трамвае, смотришь, а рисунок просто похаблен какими-то идиотами. Да. А вообще много в Риге граффитчиков? Ну, в принципе, немного, потому что это не такое уж азартное увлечение. Мне оно нравится, кому-то нет. Есть человека два, не больше. А как вообще отношения граффитчиков с домоуправлением, там, с полицией? Ну, я могу сказать, сейчас вроде бы нормально. Но раньше, когда был такой период, это 88-й год, я получил по башке. Вот прямо здесь, да? Да, кстати, я рисовал как раз Bad Cat. Заканчивал его, подъехали Бобик, я и мой знакомый графичек в разные стороны. Ну, меня догнали ударом в голове стеком. Вот, попала я в полицию, ну, там разобрались, им очень понравилось, это меня отпустили, не было проблем. Единственное, что даже, кстати, они мне баллоны себе не тримали, отдали, вернули, сказали, что было три ложных вызова, то бишь звонили какие-то старперы и говорили: «Хулиганы, похабят стены». Все в таком духе, ну, сам понимаешь. Вот. Ну, я не считаю себя каким-то гениальным человеком или там кем-то еще. Я просто графичик. Представляешь, какой кайф? Едешь на трамвайчике, в
темный туннельчик заезжаешь, вот такие граффити. Забываешь, что ты на работу едешь или еще куда-нибудь, пропадают проблемы. Просто посмотрел на рисунки. Не нравится, не смотришь. Нравится, смотришь, радуешься. Так, я тащусь от этого. Вот ты говорил здесь про брейк. Какие отношения вообще граффити с мюзиком? Ну, самые большие отношения, потому что любая команда, металлисты, рокеры, хип-хоперы, там еще кто-то, просто попса. Я не знаю, любую команду, какую ни назови, все используют и на концертах задник, фон, и в клипах. Так что это самое прямое. Ну чисто скажи тогда на прощание нам какое-нибудь изречение, ну что-нибудь типа МММ это стиль жизни, твой стиль жизни. Мой стиль жизни? Я живу сегодняшним днем, так как нельзя надеяться на кого-то, и завтрашний день неизвестно, чем он будет для меня. Хорошим днем или плохим. И не жалеешь? Ну, в принципе, не жалею. Бывает очень плохо, бывает очень круто. Самое главное, не терять в себе веру. Ну и пожелай что-нибудь зрителям Ажуата. Ну, я желаю, чтобы вы жили, процветали, чтобы ты сам жил, не тужил, чтобы IG было. Хорошая передача. Ну, это круто. А теперь напоследок объясни нам, как ты это делаешь. Покажи. Для Жуажа трамвай Иванов из-под моста и Малыш. Пока. Бай.